Всем привет! Вы задумывались, когда после глаголов нужно ставить герунди, а когда инфинитив с чичичкой ту? Если задумывались, то вот вам мой совет. Итак, во-первых, нужно понимать, что после определенных глаголов идет только инфинитив. Например, I want to thank you. We need to talk. He hopes to see you. В эту категорию также входят глаголы, после которых сначала идет существительное или местоимение, а уже потом инфинитив. Ну, например, They expect us to come on time. She forced me to tell the truth. We hired a young woman to babysit our daughter. А есть другая категория глаголов, после которых нужен только герунди. Например, I really enjoyed talking to you. He avoided seeing me. She finished studying after midnight. They stopped talking. В этом есть своя логика. Герундии можно уподобить отглагольному существительному в русском языке. Например, читать – чтение, плавать – плаванье. Если бы от каждого русского глагола можно было бы образовать такое глагольное существительное, то тогда мы с вами буквально перевели бы вышеупомянутые конструкции следующим образом. I really enjoyed talking to you. Буквально мы бы перевели «я очень насладился разговариванием с вами». Ну, понятно, что мы вместо такого существительного, которого не существует, правильно? Скажем, я насладился разговором или общением с вами. А если уж совсем красиво, то это будет «я получил от нашего с вами разговора большое удовольствие». Или еще одна фраза, которую я уже употребил. She finished studying after midnight. Буквально «она закончила изучение после полуночи». Ну, то есть сидела с уроками до утра. Следующая категория – это те глаголы, после которых можно использовать или инфинитив, или герунди. В большинстве случаев разницы нет. I like to read, I like reading. Правда, есть небольшая группа глаголов, ну, там их, не знаю, 4-5, где разница будет существенная. Ну, сравните. He remembered to lock the door. Он не забыл запереть дверь. Буквально он помнил, чтобы запереть дверь. И сравните. He remembered locking the door. Он помнил, что он закрыл дверь. Он помнил, как он ее закрыл. И, наконец, вам нужно помнить следующее. Все эти глаголы можно посмотреть по спискам. Но что делать, если вы не знаете их наизусть? Ну, во-первых, нужно паниковать. Вы их выучите рано или поздно. С большим количеством практики все возможно. И во-вторых, поскольку глаголов, которых можно использовать, с которыми, точнее, можно использовать инфинитив, их все-таки больше, если вы не уверены, используйте по умолчанию именно этот вариант с инфинитивом. И не напрягайтесь. Всем удачи. Пока.